Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Нас попросили озвучить Новый Завет. У нас начитана Библия есть в аудио, но в видео Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта. И поэтому, ну, мы уже скоро заканчивать будем. Осталось только Евангелие от Луки закончить и Иоанна. Получасовые будут ролики. Вот как выглядит Новый Завет, изданный нами. Это наше издание. Я повторяю, такого издания, это трехтомник по 752 страницы, не было за 2000 лет. Почему не было? Потому что взято с Откровением вместе. Вот оно как выглядит сбоку. Какие за эти, вот видно, закладки. Как это само выглядит. Вот оно. Пожалуйста. И чем оно интересно? Полное толкование, полное, с комментариями. И выделены места. И кроме того, мы раскрасили Гюстава Доре, лучшего иллюстратора, показать. Сейчас я покажу. Вот как. Лучший иллюстратор Библии. И при том, здесь 230 его иллюстраций и 10 взято еще и из классики. А вот где места Писания, где он говорит Феофилакт о проповеди, о необходимости, эти места выделены жирным. Их видно. Ну, я где-то сейчас покажу. Отдельным шрифтом показаны. Вот видите как. И даю здесь более расширенное, ну, из других святых отцов добавляю, необходимости проповеди, знания Слова Божия. Вот так. Сейчас у нас уже 7-й ролик идет. Евангелие от Луки, 7 глава, с 31 по 35 стих. Помогай, Володенька, считай. Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Толкование. Блаженна Феофилакта. У иудеев был род некоторой игры такой. Большое число детей разделялось на две части. И как бы в насмешку над жизнью, одни на одной стороне плакали, а другие на другой играли на свирели. И не играющие не соглашались с плачущими, не плачущие с играющими. Господь и фарисеев представляет делающим нечто подобное, ибо не с Иоанном, ведущим плачевную жизнь и водящим покаяние, не скорбели, не подражали ему, ни Иисусу, показывающим приятную жизнь, не поднимались и не соглашались с ним, но от обоих отстранили себя, не оказав сочувствия ни Иоанну, плачущему, ни Иисусу, играющему и отпускающему. И, наконец, мудрость Божия оправдалась, то есть почтена не фарисеями, но ее чадами, то есть принявшие учение Иоаннова и Иисусова. Луки 7 глава, с 36 по 43 стих. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать полосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратив же к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. Толкование.
Господь, хотя и знает его непрямоту, однако ж идет к нему и обедает с ним. Конечно, нас через это научаясь вести себя просто и прямо даже с теми, кто по отношению к нам коварны. Многих занимает вопрос, сколько было жен, помазавших Господа миром? Одни говорят, что их было две. Одна, упоминая в Евангелии от Иоанна, сестра Лазаря, Евангелие от Иоанна 12:3, и другая та, о которой упоминает евангелист Матфей, 26 глава, 2 стих. И 6 глава, по 7 глава, и Марк. А, это стих, что ли. И Марка 14 глава, 1 по 3 стих. И в настоящем месте Лука, о безумие, человек поистине фарисей. Но Господь, спрашивая его притчами и выводя на середину двоих должников, незаметным образом высказывает, что и он есть должник, хотя и считающий себя меньше должным, но все-таки должник. Итак, не ты, должный меньшим, не можешь отдать долг, ибо одержимый гордостью ты не имеешь исповедания, ни жена не может. Луки 7 глава 44 по 50 стих. «И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей обтерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Есть же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Толкование, блаженство Филактом. Господь обнаружил в Симоне гордеца и безумца. Гордеца, потому что он, сам будучи человеком, осудил человека за грехи. Безумца, поскольку не уразумел, что жену, которая явила такие знаки веры и любви, нужно было принять, а не отвергнуть. Поэтому Господь и обличает его в том, что он напрасно осудил жену, которая сделала столько, сколько сам он не сделал. Не сделал даже гораздо низшего в сравнении с ней. Поскольку ты сказал, что я не пророк, так как я не различил, что она грешница, то вот я обличаю помышление твое сердце, чтобы ты знал, что я знаю, как сокрытое в тебе, так еще более знаю, относящееся до нее, что знают и многие другие. Возлежащие вместе с ним и притом работники не сообразили, что сказанное им к Симону очень прилично идет и к ним. Господь, усмиряя ропот их и желая показать им, что всякого спасает вера его, не сказал «Жена, я тебя спасаю», чтобы они не воскипели больше завистью, но вера твоя. Это сказал он частью для того, чтобы успокоить зависть их, а частью для того, чтобы вести их к вере, в веру, дав им знать, что вера, именно она спасает. Иди с миром, то есть в праведности. Ибо праведность есть мир с Богом, подобно как грех вражда на Бога. Смотри, отпустив ей грехи, Господь не оставил ее только с отпущением грехов, но придал и производительную силу добра. Ибо слова «иди с миром» ты должен разуметь так. Ступай делать то, что вразумит тебе мир с Богом. Возвратит тебе мир с Богом. Луки 8 глава с 1 по 3 стих. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышло 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Толкование. Сойдя с неба за тем, чтобы во всем представить нам собой образец и предначертание, Господь научает нас не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Ибо что он не делал, делал для наставления нашего.
Он проходил по всем городам и селениям и водил с собой 12 учеников, которые не учили, не проповедовали, но сами от него учились и назидались делами его и словами его. Господь проповедовал не о земных благах, но о Царстве Небесном. Ибо кому иному было приличнее проповедовать о небесном, как не приходящему с неба? Поэтому-то ни один из пророков не проповедовал о Царстве Небесном. Ибо как бы они стали проповедовать о том, чего не видали? Поэтому-то и притеча говорит: «Сущий от земли и говорит, как сущий от земли, а приходящий с небес, что видел, о том и свидетельствует». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 31 по 32 стих. «За Господом следовали и жены, чтобы мы знали, что и женскому полу слабость не препятствует последовать Христу. Смотри и на то, как они, будучи богатыми, презрели, однако же все и избрали нищего ради Христа и со Христом». Нищету. «А что они были богаты, познай из того, что они служили Господу имением своим, а не чужим или несправедливо приобретенным достоянием, как многие делают. В словах, из которых вышло семь бесов, некоторое число семь принимают неопределенно, вместо много. Ибо в Писании число семь часто принимается вместо много. Иной, быть может, скажет: как семь есть духов добродетели, так напротив семь же и духов злобы. Например, есть дух страха Божия, есть с противной стороны дух бесстрашия Божия. Есть дух разумения, есть с противной стороны дух неразумия и так далее. Если эти семь духов злобы не будут прогнаны от души, никто не может последовать Христу. Ибо прежде должен сатану изгнать, а потом Христа вселить. Комментарий Игнатия Лапкина. Данным толкованием обличается вся пасторская практика современного православия, погрязшего в лени, трусости и корысти. Можем ли мы себе вообразить, что сегодняшние митрополиты, взяв с собой 2-3 прислужника для ношения еды, будут выступать на стадионах, в домах культуры, как американские сектанты? Во всех церковных публикациях на снимках видны крестные ходы, хоругви, иконы, благословения, помазания. Нет нигде ни слова о евангельской проповеди. Не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Значит, необходимо учиться у тех, кто проповедует. Когда ариане придумали понятные, легко запоминающиеся песнопения во времена Златоуста, то православные мгновенно отреагировали на это новшество. Сразу же составили подобное, но в православном духе. Если дальше священники будут лениться и не будут обходить с проповедью города и села, то в самое ближайшее время в России будет католическо-протестантской, а не православной. Не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Придумали какие-то юридические обоснования каноническим территориям, чтобы оправдать свое бездействие и сонливость. Только животные, мочащиеся к стене, метят свою территорию, а человек, живой евангельской проповедью, отмечает территорию в сердцах, которые покорились благовестию. Бог посылает каждого до концов земли и не ограничивает никакой местностью, чтобы на ней властвовал один человек и запрещал другим проповедовать. Необходимо не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Луки 8 глава 4 по 10 стих. Когда же собралось множество народа, и всех городов жителей сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, та, что не видя, не видят, и слыша, не разумеют. Толкование.
«Ныне сбылось то, что давно сказал Давид от лица Христова. Открою, — сказал он, — уста мои в притче». Псалом 77:2. Господь притчами говорил по многим целям. Именно, чтобы слушателей сделать более внимательными и возбудить ум их к исследованию того, о чем говорится. Ибо мы, люди, обыкновенно более занимаемся прикровенными речами и на ясные мало обращаем внимания. И чтобы недостойные не поняли того, что говорится таинственно. И по многим другим побуждениям говорит он притчами. «Вышел сеятель, то есть Сын Божий, вышел из недр Отца и из своей сокровенности и сделался видимым. Кто же вышел? Тот, кто всегда сеет. Ибо Сын Божий не перестает всегда сеять в наших душах. Он сеет в наших душах добрые семена, не только тогда, когда учит, но и через мир сей, и через те явления, которые совершаются с нами и около нас. Он вышел не за тем, чтобы погубить земледельцев или выжечь страну, но за тем только, чтобы сеять. Ибо земледелец часто выходит не за тем только, чтобы сеять, но и за другим. Он вышел сеять семя свое. Ибо слово учения у него было собственное, а не чужое. Пророки, например, что ни говорили, говорили не от себя, но от Духа. Почему и говорили они? Это говорит Господь. А Христос имел семя свое. Почему, когда я учил, он не говорил «это говорит Господь», но «я говорю вам». Когда он сеял, то есть учил, иное семя упало при дороге. Не сказал он «сеятель бросил», но оно упало, потому что сеятель сеет и учит, а слово падает в сердца слушателей. Они-то и оказываются или дорогой, или камнем, или тернием, или землей доброй. Когда ученики спросили о притче, Господь сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, то есть вам, желающим научиться, ибо всякий просящий получает. А прочим недостойным таинств, они сообщаются прикровенно, и таковые кажутся видящими, но не видят, и слышащими, но не разумеют, и это для них же благо. Ибо Христос для того и сокрыл сие от них». Чтобы они, познав таинство и презрев их, не подпали большему осуждению, так как знающий и пренебрегающий достоин тягчайшего наказания. Луки 8 глава с 11 по 15 стих. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающих, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терния – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, «Кто имеет уши, слышать, да слышит». Толкование. Три разряда людей, которые не спасаются по этой притче. К первому относятся те, которые подобны семени, упавшим при пути, то есть совершенно не приняли учения, ибо как дорога утоптана и избита не принимать семени, потому что она жестка, так и жестокосердные совершенно не принимают учения. Потому что хотя они и слушают, но без внимания. К другому относятся те, которые подобны семени упавшего на камень. То есть те, которые хотя и приняли учение, но потом по немощи человеческой оказались бессильными перед искушениями. Третий же разряд – это те, которые знают учение и однако ж подавляются заботами житейскими. Итак, три части погибающих, а одна спасающихся. Таким образом, спасающихся мало, а погибающих очень много. Смотри, как он говорит относительно подавляемых заботами житейскими. Не сказал он, что они подавляются богатством, но заботами о богатстве. Ибо не богатство вредит, а забота о нем.
потому что многие получили пользу от богатства, раздав его на утоление голода бедных. В терпении сказал ради тех, которые на камени, они и принимают учение, но не устояв против нашедшего искушения, оказываются негодными. Видишь ли, как он сказал о спасающихся? Хранят и приносят плод в терпении. И через эти три свойства отличил их от несодержащих, каковы те, которые при пути, от неприносящих плода, каковы те, которые в терниях, и от непереносящих, нападшего на них искушения, каковы те, которые на камени. Луки 8 глава 16 по 18 стих. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Толкование. Ибо он обращается к ученикам и говорит это с целью наставить их быть тщательными в жизни и непрестанными подвижниками, так как все на них будут обращать взоры. Ибо на учителя и проповедника все смотрят, все наблюдают за ним, хорош ли он или наоборот, и ничего своего он не укроет. Итак, если вы, ученики, будете внимательны и тщательны, то Бог дарует вам большую благодать. А кто не будет иметь тщательности и внимательности, тот своей небрежностью угасит и погубит тот дар от Бога, какой, по-видимому, он имеет. Луки 8 глава с 19 по 21 стих. «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Толкование. Отсюда оказывается, что Христос был не вместе со своими сродниками по плоти, но они пришли к нему, ибо он, оставив их, занимается духовным учительством. Так и всякий, кому верено служение Божие, не должен ничего предпочитать ему, а должно и родителей оставлять, если они без пользы и напрасно будут препятствовать нам в деле Божием, подобно, как и Господь теперь поступает. Когда некоторые сказали ему о его сродниках, он не заключает братство в числе немногих, и сынам Иосифовым не придает той чести, будто бы только они, его братья. Но поскольку он пришел спасти весь мир и всех сделать братьями, то говорит: «Мать моя и братья мои суть те, кои слушают Слово Божие». Потом, поскольку одно слушание никого не спасает, а разве только осуждает, он говорит и исполняет, ибо должно слушать и вместе исполнять. Слово Божие называет свое учение, ибо что он не говорил, все принадлежало Отцу его. Принадлежало Отцу его. Так как он был не противник Богу, чтобы слова его не были Божьими. Бедность родственников нисколько не вредит мне. Напротив, если кто даже и беден, но слушает Слово Божие, того я сделаю сродником своим. Луки 8 глава с 22 по 25 стих. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему?» Толкование. Господь засыпает с особенным намерением, именно, чтобы доставить упражнение ученикам и испытать, какова их вера.
останутся ли они без смущения от искушений? Оказывается, что они слабы. Они обнаруживают веру несовершенную, но смешанную с неверием. Ибо верят, что он может спасти. Но как маловерные говорят, спаси, погибаем. А если бы они имели совершенную веру, то были бы вполне убеждены, что для них даже невозможно погибнуть тогда, когда с ними находится Всемогущий. Он, встав, запретил ветру. Чтобы сила его была очевиднее, он допустил их смутиться. Ибо мы, люди, обыкновенно более помним того Избавителя, который спас нас от большей опасности. Поэтому он восстал и спас их не в начале, но когда они были на краю опасности. Кто же это? Они говорят это не в смысле сомнения, но в чувстве удивления. Они как бы так сказали, кто сей, то есть какой он великий и дивный, и какой властью и силой творит это? Луки 8 глава 26 по 33 стих. И приплыли в сторону Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разорвал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Толкование. Смотри, бес одержим двумя страстями злобой, дерзостью и страхом. Ибо слова «что тебе до меня» свойственны дерзкому и бесстыдному рабу, а умоляю тебе, боязливому. Живет он в гробах, с намерением вложить людей лукавую мысль, что души умерших становятся бесами. Бесы просят о том, чтоб им не повелено было идти в бездну, но позволено еще пожить на земле. Господь позволяет им быть на земле, чтобы они, нападая на людей, делали их более славными. Ибо если бы не было противоборствующих, не было бы и подвигов. А если бы не было подвигов, не было бы и венцов. Зная более переносный смысл. Кто имеет в себе бесов, то есть бесовские дела, тот не надевает на себя одежды, то есть не имеет одежды крещения и не живет в дому, то есть в церкви. Ибо недостоин входить в церковь, но живет в гробах, то есть в местах мертвых дел, например, в домах непотребных, в мытницах, таможнях, ибо такие дома – суть местилища злобы. Луки 8 глава с 34 по 39 стих. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просили его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Толкование. Им должно было удивляться силе Спасителя и веровать в Него. А они, сказано, просили, то есть умоляли Иисуса отойти от них. Ибо они боялись, чтобы еще не потерпеть какого-нибудь другого убытка, подобно тому, как они лишились свиней.
но получившее исцеление представляет непререкаемое доказательство исцеления. Он стал настолько здоров умом, что познал Иисуса и просил его, чтобы быть с ним. Вероятно, он боялся, чтобы по удалению от Иисуса ему снова не попасть под власть бесов. Но Господь показывает ему, что он, и не будучи с Иисусом, но покрываемый его благодатью, может быть выше бесовских сетей. Говорит ему: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Не сказал, что я сотворил тебе, чтобы нам подать образец смиренномудрия, и чтобы мы всякое счастливо совершенное дело относили к Богу». Но исцеленный был настолько благоразумен, что рассказывал о том, что сделал ему Иисус. Хотя Господь заповедал ему рассказывать о том, что сотворил ему Бог, а он рассказывает, что сделал ему Иисус. Итак, и нам, когда сделаем кому-нибудь добро, не должно желать проповедования об онном, а тот, кому сделано добро, должен возвещать о нем, хотя бы мы и не желали сего. Все.